не ломается, не тупит, меня почти не подводит. Я даже не могу вспомнить. Ну, конечно, мне в последнее время не нравится, как она снимает. Потому что фокус сбился, потому что там между, да, к стеклом уже собралась всякая пыль. Волосы эти видно. Вот, но с другой стороны, все хорошо. Я могу положить в карман кителя. Никто не заметит. Вот. Познакомьтесь с коровой. Это коровы из ада. Почему из ада? Вот эти вилы, видишь? Она этими вилами берет грешников и ест их. Кладет их на сковородку, на кипящую, они там жарят. А это ее друг. У него ложка. Он грешникам дает полбу. Грешники маленькие, а ложка большая. И как даст, они превращаются в лепешку. И они эти лепешки кладут на сковородку, и там грешники мучаются из лепешки. А у тебя часы здесь правильные показывают? На сколько? Без 15? Без 20. Ну, пора бежать, пожалуй. Я думал, время только 20 минут. Хотя нет, они торопятся, кажется. Я ночевал вот у Юли. Мне снилось. Не надо говорить, что тебе снилось. Тебя... Нет, до съемок-то дело не дошло. У меня дома вечно Коле снится какая-то гадость. Какая-то гадость. Гадкая. Я все еще сплю. Ну что, я прошел кинопробы. Угу. Кого буду играть? Человек, который пьет чай, угу, в кафе на заднем плане. На заднем, да.